Всем привет! Так как я обещал, снимаю видео по увороту. Проверим каждый скилл отдельно. Обычные скиллы без трансформ проверим, так как у меня твинов с трансформами нет. Для начала, ну, в общем, в принципе, начнем. По несколько раз и будем смотреть, есть ли увороты или нет. Так, это было парирование. Опять парирование. Сейчас смотрим крутелку. Здесь тоже парирование пока. Вот, мисс. Значит, второй скилл воина, можно от него можно увернуться. То есть вот это вот. Скилла отрывка можно увернуться. Также смотрим ультимейт. Парирование. Есть такая версия, то что от мульти-атак нельзя увернуться. То есть те, которые... от скилл, который наносит несколько атак, типа постепенно. Ну, будем проверять. Значит, от рывка, от стана воина можно увернуться. То есть от него может уворот спасти. Парирование просто уменьшит урон, но вы все равно получите стан. Так, что у нас здесь? Да, кстати, вот крутелка, она не всегда вносит весь дамаг, потому что там есть некий баг о расположению персонажа, да. Так, значит, ультимейт пока нет. Мы возьмем... Да, вот видите, от именно от рывка можно спастись. Сейчас еще по пару раз мы проверим ультимейт и крутелку для того, для более уверенности, чтобы, ну, в принципе, говорят, что увернуться от них нельзя. И парирование идет, уворотов нет. Дальше смотрим. Тоже только парирование, уворотов нет. Сейчас еще пару раз, я говорю, мы проверим. И дальше будем брать следующего персонажа и также будем проверять все вот доступные. Да, здесь пока только парирование. Уворотов не было. Размещение мы заведомо убили и одному, и второму персонажу, чтобы не было дополнительных лишних атак, которые могут дать неправильные показания. Да? То есть, если вы там посчитаете удар от размещения, который пройдет за уворот, то это будет неправильным решением. Поэтому для более точного расчета и теста мы убрали размещение обоим персонажам. Ну, пока, как видите, то есть нет. Сейчас еще раз ультимейт, еще раз крутелку, и будем делать вывод, то, что у воина можно увернуться только от рывка. То есть первый, третий скилл воина по-любому уйдут в цель, и от них может спасти только парирование. Уворот на них не действует. Как мы видим. Все, сейчас переходим на следующего персонажа и будем смотреть дальше. Так, вот теперь мы находимся на следующем персонаже. Это у нас маг. Смотрим, что у мага. Проверяем дождь. Для начала ставим атаку на все. Так, проверяем дождь. Только парирование, да? Только парирование. Ультимейт. Пока что только парирование. Опять дождь. Парирование. Да, то, что не отображается некоторые атаки, это... Не уворот, они просто не отображаются, не прорисовываются, ну, всякое бывает, лай. Но это не уворот. Уворот, оно конкретно напишет мисс. Вот. Проверяем. Парирование пока что. Пока что только парирование, уворотов нет. То есть от дождя и от ультимейта... Вот от мульти-атак, как мы и говорили, то есть от них увернуться невозможно. Дальше сейчас проверим столб. Ну, столб, я думаю, что по-любому может промахиваться. Ну, столб промахивается, естественно. Так, и возьмем мышь. Мышь тоже промахивается. Да, но мне нужно проверить мышь. Взрыв есть, смотрите, когда мышь атакует, да, и вот когда идет взрыв мышь, вот когда идет взрыв, тогда идет магический урон. Нужно проверить именно конкретно вот взрыв, как работает. Проверим еще раз, вот мышь атаками, что у нас есть. Вот есть мисс, да, и сейчас проверим именно взрывом. Воу. Анимация произошла какая-то типа кривоватая, ничего, сейчас мы еще раз проверим взрыв. Есть пару секунд. Взрыв проходит чистым, даже не парирующийся и не
Без парирования, без уворота, кстати, взрыв происходит. Давайте еще раз посмотрим. Да, вот ровно 107 тысяч. Ничем не изменимые. Давайте еще подождем, еще разочек нажмем. Что самое, кстати, вот удивительное. Да, вот 107 тысяч стабильно. Без парирования, без ничего. Немножко отойдем. Сейчас мышка за мной улетит. Чтобы видеть расстояние, на расстоянии, да? Давайте еще раз. Мисс был от атаки уже следующей мыши. То есть мышь именно взрыв не парировался и не уворачивался ни разу. Вот всегда вот стабильность 107 тысяч. Вот она и была. Окей. Значит, у мага дождь и ультимейт. От них нельзя увернуться. От атак мыши столба и с руки можно увернуться, но от взрыва мыши увернуться нельзя. Сейчас еще хочу протестить именно принцессу. Посмотрим, как у нас будет вопрос именно с принцессой. Так, мы вернулись. На данный момент я уже взял принцессу. И смотрим, что у нас от принцессы. Идет парирование, парирование. Мы надеемся на уворот. Да, то пока, пока только парирование. Вот, уворот. Значит, от принцессы можно увернуться. Это очень даже интересно, так как при увороте не будет срабатывать дебаф. При парировании дебаф будет срабатывать, и можно взять персонажа в корне, как так званое, то есть паралич. Все, значит, от принцессы, от любых атак получается, от столба, то есть дракона, от мыши атаки, с руки атаки можно увернуться, и от принцессы. От взрыва принцессы, от дождя и от ультимейта увернуться нельзя. Дальше идем, смотрим последний класс, это у нас будет упырь, посмотрим, что с упырем. Так, последний наш тест, это последний персонаж, смотрим. Значит, первый скилл. Не понял. Первого увернулись. А видите, от мультиатака, но теперь, тем не менее, мы от него опять увернулись. Дальше смотрим. Значит, от первого скилла можно увернуться. Первого скилла упыря. Ну, это было парирование. Так, смотрим второй скилл. Парирование. Третий. Уворот. Значит, от первого, от третьего можно увернуться. Еще раз смотрим второй. Значит, от первого, второго и третьего скилла упыря можно увернуться. Вот это вот, конечно, классно. Если у мага и у воина можно увернуться только от одного скилла, то у упыря можно увернуться от троих. Смотрим теперь ультимейт еще добавок. Я бы не удивился, если бы еще и у ультимейта можно было увернуться. Всякий случай, еще раз тестируем. Видите, вот три, все три скилла и все три ушли вниз. Значит, от всех трех можно вернуться. Еще раз ультимейт проверим 1-2 раза. И на этом закончим. Тем более, сейчас там уже куча народу на Лава Лорда сбегается. И я думаю, что могут нас нечаянно зацепить и наш тест обломать. Так. Ультимейт еще раз. Парирование. И в идеале еще дождаться бы еще один разочек. Ультимейт проюзать. И будем знать уже итог. То есть, пока мы ждем следующий ультимейт, надеюсь, нас еще никто не убьет, сделаем вывод. То есть, от рывка воина можно увернуться. Можно увернуться от трех скиллов первых упыря. От простых атак можно увернуться. Но нельзя увернуться от мультиатак, таких как у воина первый скилл, таких как ультимейт воина, таких как ультимейт мага, дождь мага, взрыв... мухи, ну как по-разному, да, муха там, мыша, да, от взрыва мыши нельзя увернуться. И вот это на самом деле было печально. Я думал, хотя бы от первого скилла упыря можно, нельзя увернуться, а в итоге получается можно увернуться от всех скиллов, кроме ультимейта упыря. Это вот немножко убивает его. Ну да, не будем расстраиваться, последний раз. Все, да, то есть тут только парирование, уворота нет. Ну, я могу проводить эти, я еще останусь, проведу там дополнительно тесты по поводу этих ультимейтов, но итог остался прежним. Значит, вот так работает ультимейт, я остался по-прежнему на своем, том, что уворот в принципе не нужен, от него мало что уворачиваешься. То есть, ну, вот единственное, конечно, от упыря, от многих скиллов можно увернуться.
Но как бы если выбирать между парированием и уворотом, то я бы брал парирование. Парирование работает везде, уворот нет. Вот такая вот механика в игре. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.